Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас настоящий зимний десерт. Это галета с яблоками. Здесь у меня холодное сливочное масло, соль и мука. Я перетерла в крупку и добавляем ледяную воду. Подробный рецепт, как всегда, под видео. Все, и замешиваем тесто. Долго не замешиваем, чтобы наши ингредиенты не нагрелись. Только вот соединяем тесто в комочек, заворачиваем в пленочку и оставляем на час в холодильнике. Все, вот я все соединила, все собрала. Тесто просто великолепное. Тесто у нас полежало в холодильнике. Раскатываем между двух листов пергамента. Мне так больше нравится. Не надо подсыпать лишнюю муку. Тесто немножко застыло. Пока я раскатываю, у вас есть время подписаться на мой канал. Духовка включена 170 градусов. Тесто мы раскатали. И выкладываем яблочки. Любите корицу? Добавьте корицу. Сегодня у меня щедро яблоки. Я не стала очищать кожицу. Она сегодня мягкая. Вот так. Заполняем. И ванильный сахар. Повторюсь, если любите корицу, добавьте корицу и формируем нашу галету. Края тоже можно смазать маслом. Маслом или яйцом и тоже посыпем сахаром. Можно посыпать орехами, миндальной стружкой. Все, и ставим в духовку. У вас есть время, пока у нас выпекается наша галета, подписаться на мой канал. Можно еще для большего аромата добавить пару кусочков сливочного масла.
масло будет таять и создаст эту красивую корочку. Наша великолепная галета готова. Посмотрите, какая она красивая, но очень горячая. Пусть она у нас немножко остынет. Это очень вкусно и просто. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока. Берегите себя и свою семью. А я вас жду на моем канале.